Всем привет, дорогие подписчики! С вами снова я, Ганкович Михаил, и вы на канале «Моя семья». Стало на улице тепло, значит, все мы, что любим, мы любим ходить в походы. Я тоже люблю ходить в поход, и поэтому сегодня я покажу, что у нас пока что есть для похода. Начнем с моего самодельного суппайка. ИРП. ИРП расшифровывается как индивидуальный рацион питания. Распаковку этого ИРП вы можете посмотреть на канале. Переходим назад. Дальше. Угадайте, что это такое. Напишите в комментариях. Поставьте видео на паузу и напишите в комментариях, что это, что в этом ящичке. Ну, пока вы видите, я пока что открываю его. Чик. И чик. А это, дорогие друзья, портативная газовая плита. Вот такая вот. Коробка пластмассовая упаковка. А вот у нас она. Тут вставляется газовый баллон, подключается все. И потом это вот так вот мы переворачиваем. Опускаем рычажок вот этот вот, вот так вот вниз. И включаем. На солнце абсолютно не видно, но оно очень хорошо горит. Можете посмотреть вот сюда. Видите, как газ идет, и то есть на солнце как бы этого не видно. Но на самом деле, вот вы слышите, что вот на самом деле все горит. Так, с плитой мы пока что закончили. Сейчас положим назад. Плитай. Раз, два, три. Все, плитай закончили. Ну, конечно, мои подписчики, куда мы? Без палатки. Ой. Без палатки. Палатка. Вот такая палатка. Это, ну, как бы, я чуть-чуть попозже вам покажу, когда палатку разложу. Что это такое? Но сейчас нужно развязать. Зачем я завязываю? Главное, за кадром только. 10 минут назад. Поэтому сейчас быстренько. Развяжу, чтобы вас не томить. Как туда? Я что, не той стороны? Так, все. Торчи так. Вот у нас палатка. Здесь у нас две пары таких вот штучек. Что мы делаем с этими штучками? Тут у меня в одной вылетает. Ладно. Так вот, мы их берем вот так вот и раскладываем. И потом мы берем, вот они на резиночку, и мы вставляем чик, вставляем чик, вставляем чик, вставляем чик, вставляем чик. Ну и потом достаем саму палатку. Еще тут у нас такие есть, чтобы вбивать в землю штыри. Мы их потом вобьем. Мы берем палатку нашу. Я ее первый раз на улице открыла. Так, вот тут вот. А вот нам надо продеть. Да, значит продеть. Сейчас проделим. Вторую такую тоже надо разложить. Штуку такую. Здесь у нас такие дырочки. Мы берем. Упс, а вот тут нету штучки. А штучки нету нигде. Вот она вывалилась. Вываливается клей. Отклеился, видите, как? Это плохо. Вот так вот она. Все, пускай стоит. Так. А вот. Где это? А вот мы берем так вот, вставляем, берем, вставляем, ставим, берем вторую, тут вот такая же есть, берем, и тоже вставляем, это подтягиваем, вставляем, так вот, чик. Чикс, чикс, чикс. Вот так вот.
И потом у нас здесь есть такие ножки, такие штучки, которые надо в воду ставить. Так, еще. Это просто надо две. Раз, а потом руки. Ну, вторую я потом ставлю. И вот сейчас я повторю это же действие. То есть вот это все вставлю и всуну. И потом мы вставляем, берем, и мы вставляем вот эти штырьки в конце вот в эти вот пазики. Вернусь к вам, когда все это сделаю. Так вот, я вставил это все. И теперь тут есть такие веревочки. Их надо взять, эти веревочки, и завязать. Вот так вот. Бантиком все. И вот теперь такая вот у нас палатка. Ну теперь что еще? Теперь еще не все. Так, теперь нам надо эти штыри, которые я вам говорю. Мы берем штыри, мы берем молоток. Берем вот сюда вот так вот. Вставляем. Ну, по-моему, вот он же надо. Или нет? Пират, да? Ты первый раз просто вставил. Просто земля-то с камнями все-таки. Что вставила? А, не отбивается. Вот камень попался какой-то. Они уже согнулись. Вот о чем я все время. Они такие хлюпенькие. Там камень врезался, все, уже согнулись. Я так сбольшила, не буду их. Чтобы это потом с ума и все. Так, вот, вот тут. Тут. Вот тут. Так, все, вроде встал. Ну, конечно, сейчас по-хорошему до конца надо сделать. Я просто быстренько сейчас. Ваша, потом их просто загнутся, потому что очень хлюпенькие. И вот, что вот это такое. Вот, смотрите, вот камни. Вот марля, чтобы, ну, эти комары не влетали. А вот тут так внутри. Все, вот, смотрите. Кстати, здесь еще вверху такая, такая вот от этих веревочек, такая вот, как вешалочка такая. И туда я... Фонарик этот забыл. И вот такой фонарик на батарейках. И я его сюда вешаю обычно. Ну, когда дома раскладываю палатку. Теперь мне надо развязать это все. Не понимаю. Я что, дурак, что ли? Зачем его звали завязать? Походу, хотел сильно, чтобы не развязалось ты еще. Что я еще попробую развяжить? Завязываю как-то. Завязываю сильно, вот. О боже, еще второй. Ну, в принципе, легко развязать. Я умею развязывать. Веревочка. Ты меня бесишь. Веревочка, пожалуйста. А это такая тепленькая. Она как очень... Ну, когда садишься, она теплая. Мы берем, раскручиваем. А это еще вторая. Это вторая, да. Я забыл, что тут еще вторая есть. Ну, вторая, как бы, потом вам не скажу, зачем вторая. А вот первая как раз под размер палатки. Так вот берем. И потом ее берем. И палатку ставим. Вот так вот. Тоже, то есть, как бы, чтобы от травы такой холод. Хорош, не теплый, прям. Холод пришел, мы берем ее. Здесь расстилаем. Она чуть-чуть длиннее. Ну, ничего. Вот так. Опа, опа, опа. Ой-ой-ой. Вот сюда вот так вот расстилаем. То есть получается, что теперь трава у нас не холодная, а теплая. Здесь можно, можно сказать, спать. Вот так вот. Давай, оператор, камеру. Покажу как. Смотри. Вот, то есть. Вот как это все находится внутри. Вот этот крючочек, о котором я говорил. Такой вот. Вот так вот тут внутри. Ну, вот можно сказать, как руки растягивают. Так, оператор, на, держи камеру. Так, и вот что еще второе? Второе.
Сейчас вам покажу. Я даже не буду в палатку пока что ложить, просто чтобы лучше было. Вот. То есть вот смотрите. Вот второй. Проверните вы куда-нибудь. Поход. И у вас... Ну, во-первых, это дополнительно, чтобы еще не было так холодно. То есть тоже ложится. Вы едете и берете, например, какие-то вещи. Там, майки, кофты какие-нибудь. И а вам зачем вам тратить место на то, чтобы куда-то ложить назад, например? А вы берете вот сюда, чик, ложите, и вещи же мягкие, и получается как немножко как подушка. Вы ложите туда, вот так вот чик сюда, чик, и ложите сюда, а тут уже как импровизированная будет подушка. То есть вот такая вот палатка. Так, теперь какие-то сетки покажу. Так. Кстати, пальто я купил за 45 рублей белорусских. Так, вот такая. Чтобы комары извлекали. Такая, это дождь не промочит это все. А, это с другой стороны. Так, вот. И внутри тоже можно это все открыть и закрыть. А тут вот так вот тоже все. И такая вот получается палатка. То есть в ней можно уже как-то проживать летом. Ну, как бы от дождя не спасет. Солнце не очень, там очень жарко все равно. Ну, вот такая вот палатка. Ну что ж, вроде бы все показал вам. Пока что есть. Забивайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, с вами был я, Ганкач Фейл. Пишите в комментариях, как вам мое оборудование, можно сказать. Всем удачи, всем спасибо и всем пока!